Поздравительное слово предоставляется председателю Народного собрания Константинову Дмитрию Георгиевичу. Поприветствуем! Добрый день, уважаемые гайдарцы! Здравствуйте, дорогие друзья, которые сегодня делят праздник вместе с гайдарцами. Я хочу вам сказать, и вы знаете, сегодня великий, высокий православный праздник. Сегодня ваш праздник. Я хочу поздравить всех вас, присутствующих, и пожелать вам крепкого здоровья, мира и чистого неба. Вы знаете, когда заезжаешь в гайдары сегодня, сразу замечается, что здесь живет очень гостеприимный, счастливый народ. Сразу с въезда хлебом, солью, стаканом вина встречает вас. Настроение поднимается. Я вам скажу, что в Гагаузии есть многовековая традиция. Во всех селах, во всех. Но в гайдарах, как уже здесь говорили, есть особенные традиции. Здесь во все времена ходили, когда необходимо было перед свадьбами покупать подарки. И именно ковры. Я лично был с отцом и с матерью на телеге в 60-е годы. Ездил сюда именно за покупкой, за коврами, как сегодня помню. И благодарю, что она не изменилась сегодня и продолжается. Так и продолжает. Я думаю, что это, конечно же, не без ваших здесь лидеров, без ваших руководителей. У вас очень сильный, очень грамотный, очень деловой примар, и рядом с ним очень сильный и очень грамотный депутат. Вы в этот раз выбрали того, кого надо было именно. Вы попали именно в точку. Я уверяю вас, что вы уже замечаете дела. Но я вас уверяю и уверен, что мы с вами встретимся через некоторое время. И вы изменения все заметите. Хочу еще раз вас поздравить в этот день. Пожелать вам всего-всего наилучшего. Мира вам, здоровья и тепла.